Эй, ты! Не спишь? Ты нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в Хаммерфелл. Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури империя охотится. Мы сейчас все братья и сестры по судьбе, ворюга. А ну все заткнулись! А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Винхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О, боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Савнгард ждет. Не может быть. Я сплю. Эй, Конокрад, а ты из какой деревни? Тебе-то что? Последние мысли Норда всегда должны быть о доме. Рорикстед! Я из Рорикстеда! Здравия желаю, генерал! Палач уже ждет! Хорошо, покончим с этим. Шо? Мар, Дибелла, Кинарет, Акатош! Боги, пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка, генерал Тулий, военный наместник. А с ним, похоже, талмарцы, проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Это Хелген. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Интересно, Вилот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Почему? Я хочу поглядеть на солдат. А ну домой, живо! Да, папа. Выводите их из повозки! Живее! Почему мы остановились? А ты как думаешь? Приехали. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, постойте. Мы не повстанцы. И смерть с достоинством, вот. Скажи им правду, мы не с тобой, это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед, по одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Ульфрик Буревестник Ярл Виндхельм. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Я вам не дам! Лучники! Кто еще хочет поспорить? Постойте-ка. Эй, ты! Шаг вперед! А кто ты? Ты из какой-то крепости, орк? Как тебя сюда занесло? Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. В бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. Мы вернем твои останки в Арсиниум. Иди за капитаном. Ульфрик Буревестник, здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали...
начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тулий. Подготовь их в последний путь. Ныне же вверяем мы души ваши Этериусу. И да прибудет... Во имя Талоса Могучего, заткнись и давай к делу. Ибо вы ей... Как скажете? Я что, все утро ждать буду? Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Имперские ублюдки! По делам! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. Орка, давайте! Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю! Иди к Плахе. Твоя очередь. Тебя боги, хан. Прижмитесь к стене. Тебе нас не остановить. Отлично. Надеюсь, дракон всех вас в Сувенгар соберет. Эй, ты!